Всем салют, с вами я, Гуд. Ну что, Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия зарекомендовал себя как один из самых масштабных стольных фильмов в истории киновселенной Марвел, который попал в бесчисленные заголовки во время своего промо-тура. Демонстрируя истории мультивселенных, а также вовлечение десятков знакомых новых персонажей и их вариантов, этот сиквел может поднять планку для Марвел даже после сумасшествия, который натворил Человек-паук «Нет пути домой». И хотя большая часть маркетинга особо не отличалась от прошлых рекламных кампаний Marvel Studios, Doctor Strange 2 все же сделал кое-что по-другому, готовясь к премьере 6 мая. Это произошло с самого начала, когда тизер-трейлер фильма стал второй сценой после титров «Человеке-пауке нет пути домой», однако полноценный официальный трейлер также привнес еще один уникальный аспект. В этом трейлере указали, что режиссером «Доктора Стрэнджа 2» является Сэм Рэйми, которого все знают по трилогии о Человеке-пауке. И это было лишь второй раз, когда фильм киновселенной Марвел продвигал своего режиссера в рамках промо-материала. А недавно выпущенный постер к фильму пошел в том же направлении. В его тексте упомянули человека, стоящего за всей франшизой. Это президент Marvel Studios Кевин Файги. В нижней части постера под названием «Доктора Стрэнджа 2» указано производство Кевина Файги. Это впервые, когда какой-либо фильм Marvel Studios так официально продвигается, что является верным признаком того, насколько престижен сегодня Кевин Файги в Disney и в Голливуде в целом. При этом стоит отметить, что в титрах сериала «Лунный рыцарь» также указывается производство Кевина Файги. А началось это в конце 2021 года с «Соколиного глаза». В сериале с Джереми Рейнером Файги был удостоен этой чести во время вступительных и заключительных титров. Теперь же это перенеслось в крупный полнометражный проект. Например, в предыдущих фильмах Marvel «Вечные» и «Шан-Чи» в постерах перед заголовком указывались лишь режиссеры. Почти никто не сыграл более важную роль в создании киновселенной Marvel за последние 14 лет, чем президент Marvel Studios Кевин Файги, который руководил каждым проектом франшизы, начиная с «Железного человека» 2008 года. Хотя он был рядом все это время, эти титры, что на постерах к «Доктору Стрэнджу 2», показывают новый уровень уважения и доверия главному человеку киновселенной Marvel, находящегося за кадром. Неясно, что именно привело к решению указать производство Кевина Файги в постер к мультивселенной безумия. В фильме «Человек-паук. Нет пути домой» этого не могло произойти, так как права принадлежат Sony. Вероятно, это стало тенденцией с выходом «Соколиного глаза». Вот так. Всем спасибо. Всем пока.